мы отвечаем на вопрос, чем отличаются детерминантные и индетерминантные гибриды. Это очень важно знать, поскольку от этого зависит способ формировки растения. Вот сейчас мы смотрим на растение индетерминантного гибрида «Волшебная арфа». И, как мы видим, очень хорошо просматривается центральный стебель, который может расти неограниченно. Это индетерминантный гибрид до 20 метров. Отличается тем, что у него регулярно через каждые раз, два, три листа формируется кисточка. Раз, два, три листа, кисточка. В этом самое главное отличие индета. Он не вершкует свой рост и регулярно через каждые три листа формирует кисть. Детерминантный гибрид капитан. Самое главное отличие, что в определенный момент на главном стебле формируются две кисточки, которые завершают рост листом. В этот стебель дальше расти не будет. И поэтому, чтобы сформировать растение высокое, мы переключаем на сильный пасынок, который растет из-под верхнего листа. И в дальнейшем все формирование этого растения будет вестись таким образом, что мы переключаем рост на сильный пасынок.